15 миллионов долларов в раунде начального финансирования собрал блокчейн-стартап Spring Labs, целью которого является децентрализация процесса обмена данными в кредитной сфере. Раунд был проведен фирмой August Capital и другими компаниями, специализирующимися на программных и блокчейн-продуктах. Стартап намеревается использовать свой фирменный блокчейн под названием Spring Network для обмена информацией, связанной с идентификацией и кредитом, а также использовать интеллектуальные контракты с целью повышения эффективности данных и прозрачности регулирования. Задача проекта – сделать инфраструктуру глобальной кредитной экосистемы более децентрализованной и безопасной.